И вот такое время-то было, когда я зарабатывал денежки на создание рекламных роликов. Представляете, я бы мог бы сейчас снять такой же ролик про магазин «Матадор». Круче, понавороченнее. Цена вопроса была бы такая, 85 тысяч рублей. Вот. Я понимаю, что таких денег сейчас никто не может. А я вам ролик покажу, и этот ролик, естественно, вызывал большое количество положительных эмоций у мужиков и немножко такое странное количество эмоций у женщин. Ну да ладно, такое же бывает, понимаете? Надо делать клево. Но сегодня мы начинаем разговор о сети магазинов «Матадор» и главное подразделение, которое располагается здесь, потому что здесь есть все в большом количестве. Это «Правда 75». Представляете, здесь есть огромный ассортимент масел, ремней, фильтров, аксессуаров, колодок, и все это есть в наличии прямо здесь. Удобно ли вам, господа, без необходимых вещей? Хотели бы вы ждать бесконечно долго запчасти к вашей красавице? Матадор. Мы снижаем сроки и ломаем цены. Правда 75, Советская 2. Но вот так это выглядело в тот момент, когда я в большей мере зарабатывал денежки на рекламе. Клево, да? Но чуть ситуация-то поменялась, и то, что было тогда, а это в большинстве своем работа по маслам и рабочим жидкостям, сегодня стало нормой. И не в том смысле, что запчастей нет, они есть, и этим-то и занимается фирма «Матадор». Но в ряду тех, кто ездит на кредитных автомобилях или на машинах, взятых в лизинг, гораздо лучше сегодня зарабатывать деньги на том, что льется в авто. И это не бензин, а это то, что находится внутри. А здесь еще очень правильно следят за тем, что льется внутрь. Почему вам необходимо приехать сюда? Да потому что здесь работают высококачественные специалисты. Причем во всей сети они работают. И вы можете приехать в сеть «Матадор» и купить здесь запасные части, в смысле и масла в том числе, по весьма дешевой цене. Дело в том, что в некоторых местах, очень редких местах, как правило, там, где работают официалы, может быть цена чуть-чуть ниже. В основном здесь. Просто приезжаете и покупаете. Вот. И почему специалисты-то здесь качественные? Потому что они получают образование. И не только здесь. И в Москву их отсылают. И везде, где масла производятся. Потому что вы же должны понять, что такое масло. А масло бывает разное. Гидрокрекинговое масло. И вообще непонятно, о чем это дело говорится, если в итоге-то, кроме как здесь, никто вам это дело и не объяснит. А здесь точно скажут. Настоящая синтетика стоит определенных количеств денег. Синтетика с гидрокрекингом, ну, стоит других денег, естественно. Мало того, вам объяснят, какие жидкости заливать в систему охлаждения. То есть, если это желтая жидкость, если это красная жидкость, если это зеленая жидкость, если это голубая жидкость. И нальют-то с точностью до 100 грамм. А представляете, есть такие машины, куда и много-то масла нельзя. То есть, допустим, в машину необходимо залить 3 литра и 300 грамм масла, а вы 4 литра покупаете, да? Представляете? То есть, тут даже вопроса нет, масло это в бочках или масло это в канистрах. Вопрос заключается, в чем это тара. То есть, если вы хотите попасть на денежки, покупайте по литру. Представляете, по литру набираете, да? Вот. А там канистрочка тоже денег стоит, правильно? Вот. Самый дешевый вариант это вот. С масел из бочки. Масло из бочки здесь это 100%. Потому как все масла здесь просто берутся у дилеров, естественно. А может быть, и там, где у дилеров тоже не взять. И естественно, в том количестве, которое вам необходимо. Вот в чем смысл приезда в магазин «Матадор». А конкретно можно приехать именно сюда, на «Правды 75». Ну, естественно, в сети магазинов «Матадор» вам объяснят, сколько на этом масле вам необходимо проехать. Дело в чем было. Раньше-то мы масло, допустим, заливали «Эльф», и там знак был такой 20 тысяч. Нет, 20 тысяч вы на масле не проедете. Реально менять на 10 тысяч. Еще лучше чуть-чуть пораньше. И самый лучший вариант – это так, как делаю я. То есть я еду на американских автомобилях, меняю масло раз в 5 тысяч километров. Естественно, у меня двигатель ездит и будет ездить очень-очень долго, и это моя благость. И это очень хорошо. Да потому что я люблю свои машины. Если честно, я часто здесь был, и часто сюда приезжал, и часто брал здесь масла, и буду это делать и дальше. И вот это место очень хорошенькое. Оно располагается не только здесь. Дело в том, что здесь, естественно, вы берете и масла, и
жидкости, которые вам необходимо поменять, это тормозные колодки, свечки, там много чего здесь в наличии, естественно, есть. Вот. Но не делайте это здесь, потому как есть места, где вы можете просто посмотреть на вашу машину. Это вот Московская 95. И туда подальше можно съездить на улице 50 лет Магнитки. Вот. Там при вас все это делают, вы смотрите, как из вашей машины получается красавица. Я обратил внимание, что у вас какие-то правильные масла, понимаете? Есть магазины, которые вообще непонятно чем торгуют, да? А потом думают, что это такое. У вас что за масла? Ну, вообще-то масел на самом деле очень много и появляется все больше и больше. Но мы стараемся брать только те, которые уже как бы зарекомендовали себя, которые мы знаем, которые наиболее известны, подходят по характеристикам. То есть мы стараемся брать только то, что качественное. И берем масла только у дилеров, у тех, кто отвечает за качество масла. Ничего какого-то левого со стороны мы никогда ничего не берем. То есть, в принципе, все четко. Купили масло и залили его практически здесь же. Но практически здесь это в южных районах города. При этом вы не только масло, а все рабочие жидкости и заливаете. Но и здесь, и на Правде, и чуть далее по Советской, вы покупаете то, что нужно вашему любимцу, и заливаете на Московской 91. Что и я, походу, скоро сделаю. И вот мы приехали в бокс на Московской 91. Основная задача этого места – замена расходных материалов, купленных в магазине «Матадор». И он располагается недалеко от РЭПа, напротив Ямаха-центра, по улице Московская, 91. Сервис существует для того, чтобы поменять масла. То есть у нас магазин и автосервис. Работаем как вместе, как будто бы. В магазине человек покупает масло, приобретает не только масло, он может приобретать и масло, и антифриз, и тормозную жидкость, приехать сюда и непосредственно поменять здесь. Здесь уже идет экспресс-замена масла при помощи этого аппарата. И всю работу он может наблюдать сам. После консультации, разумеется, у него опять происходит все на глазах. Ну, то есть это продукт непосредственно, который восстанавливает работу двигателя. Уменьшается коэффициент трения и увеличивается компрессия. После этого двигатель гораздо лучше работает, ну и клиент остается доволен. А если мы, допустим, хотим поменять жидкость в автомате, а если мы, допустим, хотим жидкость в охлаждающей, а если мы хотим поменять жидкость, допустим, в тормозной системе, это все тоже возможно? Да, разумеется. На это есть другие установки, как бы там ни было. Полностью автоматизированная, может, система. Можем частично поменять масло в КПП, как желает клиент. Можем полностью замену масла сделать. Также касается и антифриза, также и тормозной жидкости касается, вплоть до промывки инжектора. То есть все услуги оказываем по замене спецжидкости, по замене тормозной жидкости, по замене антифриза. Вообще-то в городе Магнитогорске не так уж много автомобильных улиц. Посмотрите сами, да, то улица Московская, да, ну там вот ближе к Московской 5 какие-то там тараканчики водятся, да. И вот здесь вот, Ямаха, салон мототехники, да? Улица, получается, у нас Советская. Вот это место, да, здесь находится. А вот вы можете сюда приехать, понимаете? Улица Московская, 91. Видите, автосервис Матадор. Вот здесь все жидкости и меняете. То есть я вам сейчас объяснил, куда точно надо приехать. Есть еще одно место, и находится оно у автобусной остановки торгового центра «Радуга вкуса». Это Советская армия 86А. Павильон небольшой, но основные виды жидкости и масел в нем есть. Естественно, надо понимать, что магазин «Матадор» не теряет клиентов, и они стараются. И стараются сделать так, чтобы цены были чуть-чуть ниже средних. Квалифицированную помощь. Это мы можем предложить любому. Мы даже... Как сказать, не обязательно человек у нас что-то купит после этого, но он узнает для себя то, что ему нужно. Мы ему найдем все, что ему нужно к его машине. И фильтр, и объемы, и может даже то, чего он еще не знал про свою машину, узнает. И про товар, который у нас есть в магазине. А я, допустим, хочу знать точности до 100 граммов. Сколько мне необходимо масла залить в двигатель? Также хочу узнать, сколько мне залить антифриза, сколько же залить жидкости в систему охлаждения. Естественно, в коробку автомат.
тоже жидкость мне нужна. Только автоматную, механическую, конечно. Мы можем рассказать все, что имеется у нас в справочниках, у нас в базе данных. Все, что возможно найти, мы все найдем и предоставим человеку. А еще меня очень интересует, почему здесь работают девушки. Ну, наверное, этот вопрос надо адресовать в первую очередь нашему директору, который набирает персонал. А во-вторых, я не знаю, может, у нас девушки более обучаемые? Или, может, у девушки более мягкие в общении? И это, конечно, не здесь. И это, конечно, на улице 50 лет Магнитки 32. Можно, конечно, ничего не рассказывать жителям южного куста нашего города. Они это место знают и так. Но как же те, кто этого-то не знает? А как же жители окрестных сел? Да здесь-то, рядом с центром, дом. И вы, кстати, пока что-нибудь выбираете для себя, в легкую машинку тут же и поправите. Ну, не поправите, а вдохнете в него новую жизнь. Потому как то, что в ин, здесь и здесь, естественно, все поменяют. И уедете вы на отсель в нормальном автомобильчике. И в отличие от тех других, коих много. Там вы будете час-полтора смотреть на машину, а здесь вы тот же час легко потратите, используя для дома. При этом вас никто не обманет. Политика фирмы. И вот так-то и потихоньку мы вам открыли тех товарищей, смысл которым вам помочь. И чем это не правило для Матадора, то расположенного здесь, на улице 50 лет Магнитки, 32. И в конце напомню, адреса магазинов и боксов. Улица Правды, 75, Радуга Вкуса, 50 лет Магнитки, 32.